Центр «Мой бизнес» – площадка для предпринимателей очень полезная. Здесь можно обзавестись нужными знакомствами и решить возникающие трудности. Именно поэтому губернатор – частый гость. Днем в четверг он встретился с молодыми бизнесменами, чтобы узнать о сложностях, возникающих в процессе их работы. Надо поговорить. Вот мы создали «Центр «Мой бизнес». Для чего? Для того, чтобы решались оперативные проблемы. По отключениям к сетям, вопросы по кредитованию. Вопросы по снятию каких-то административных барьеров. Надо сегодня откровенно поговорить, что получилось, а что не получилось, что нам надо доработать. Мне очень важна такая настоящая обратная связь, потому что я заинтересован, я без привлечения это говорю, в каждом рабочем месте сейчас. У предпринимателя Евгения Николаева вполне конкретный вопрос. Его интересует высокая стоимость технологического присоединения производства для увеличения мощностей. Он уверен, что сетевики завышают цены в 5-7 раз. Предприниматели не знают, что можно подключить дешевле. Сам Евгений в своей фирме вопрос решил. Теперь переживает за коллег. Юристы хорошие. Правда, их всего, я думаю, по крайней мере, две компании на всю Россию. Они, юристы-энергеты, они способны образно, то есть пересмотреть все документы, цену снизить. Образно там, если нам сейчас требуется 100 киловатт, нам запросили цену в 7 миллионов рублей, то юристы ее снижают сейчас до 700 тысяч. Это если по цифрам. То есть образно компания, которая хочет развиваться, платит не 7 миллионов, а там, допустим, миллион. Когда я только приехал, по-моему, это была самая массовая жалоба по подключению к сетям. И это касалось и сетей водных, водоканала, и электрических сетей, прежде всего. Значит, по водоканалу мы как раз тарифную компанию просто срезали тариф на подключение, чтобы он был завышен. Это, наверное, один из самых высоких тарифов в Центральной России на подключение. Не цена завода, а именно тариф на подключение. Что касается энергетиков, вопрос тоже актуальный, поэтому в центре «Мой бизнес» губернатор велел создать специальное подразделение, которое бы помогало эти проблемы решить. Практика показывает, что энергетики выставляют сначала по максимуму, и снизить стоимость – задача, которая под силу не всем бизнесменам. Губернатор призвал предпринимателей быть настойчивыми и создавать прецеденты. А у кого нет юристов, власти найдут. Станислав Воскресенский отметил, что проблемами делиться нужно, и нужно их решать. Комфортный инвестиционный климат в субъекте и новые рабочие места для него – одно из приоритетных направлений. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.